Сегодня на улице Коли Миготина, 44, молодой человек после ссоры с супругой закрылся в своем автомобиле, в котором находился газовый баллон, открыл газовый баллон и пытался поджечь. Значит, благодаря действиям грамотным сотрудников патрульно-постовой службы, они своевременно приняли меры, открыли этот автомобиль, и когда уже произошло воспламенение, извлекли данного мужчину из автомобиля, тем самым пресекли, так скажем, более тяжкие последствия взрыва бытового газа.